И завершаем выпуск на живописной ноте. Перенесем вас в мир эстетики и искусства. В Марфином доме открылась выставка Роберта Лабутина «Краски жизни». Это северный художник, который писал картины, не имея профессионального образования. Он работал на судах в Арктике, был геодезистом. Писал картины больше для души, для семьи. Часть картин, представленных в нашей экспозиции, это картины из собрания дочки художника, собственно, она и организовала эту выставку, Ольга. А часть из частных коллекций, картины, которые были написаны по заказу. В основном это портреты и пейзажи, натюрморты. Выставка будет работать до конца лета, и посетить ее можно бесплатно.